Тех, кто, рискуя своей жизнью, спасал других, чествовали сегодня в МВД. Полицейским вручили государственные и ведомственные медали. Всего отмечен 21 сотрудник. Кто-то вынес целую семью из горящего дома, а кто-то достал водителя из упавшей в реку машины. Такая работа стражи порядка, по словам главы МВД Владимира Колокольцева, должна стать примером для всего личного состава министерства. Каждый из вас своим неравнодушием и самоотверженностью укрепляет авторитет полиции в обществе. Граждане хотят видеть честных, компетентных, хорошо подготовленных полицейских. Но не менее важны нравственные качества и сила духа. Ведь в чрезвычайной ситуации сотрудник полиции не имеет права оставаться безучастным к происходящему.